попыталка не пыталка, наверное, не получится, но попробуем. Северное сияние очень интенсивное, очень. Но это уже поменялось все, елки-палки. Так, в связи с изменившейся резко обстановкой в мире в последнее время и напряженной такой ситуацией и всякими различными слухами и домыслами, правительство Кандастана вынуждено заявить, что президент Кандастана вообще не сволочь, не козел, и он не зажрался, и он по-прежнему остается близок к народу, просто у него это самое, такой момент, значит, это самое в жизни творческий. Вот он, допустим, занимался расчисткой снега во дворе. И видите, благодаря вот таким неимоверным усилиям уже появились первые проталины. Итак, сегодня у нас интервью с одним человеком из страны Канада. С молодым начинающим предпринимателем Владимиром. Владимир человек спокойный, малоразговорчивый, молчаливый, угрюмый. И поэтому мы решили интервью сделать в форме вопросов и ответов. Итак, Владимир, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Ассаламу алейкум, пацаны. Ага. Так, Владимир, расскажите, пожалуйста, как все началось, как вы работаете, чем вы занимаетесь? Ну, это самое. Родился, короче, с СССР. Ага. Русский язык не очень. Это самое. Открываем бизнес новый по птичкам. Так, а почему, Владимир, именно по птичкам? Ну, как, с детства, короче, это самое. Любили заниматься гусегонством. Потомственный гусегон. Был выбор, конечно. Можешь стать кем хочешь. Решил стать гусегоном. То есть будете разводить гусей? Никак нет. Птички будем разводить. Птички будем, курищи всякие разные. Во-первых, очень любил советский власть электрификацию всей страны. Первым делом лампочка сделал. Видишь, свет какой красивый. Ой, моргает, потому что это... Ой-ой, электрики, наверное, пьянствуют там это... На гидроэлектростанции, елки-палки. Моргает свет. Ага. Так. Ой, бай, так не пойдет. Ищем причину моргания. Товарищ выключатель, ты виноват? Туда-сюда шевелим. О, не. Слушай, наверное, выключатель виноватый. Ой-ой-ой, Кен, зараза, смотри, изолентом его перемотал. Итак, Владимир, кого будете разводить? Это самое, петухи будем разводить. Петухи, потому что это самое... Петушня, короче, самый популярный продукт. Ну, курочки тоже, яйца тоже. Смотри, что сделали. Ой, бат, что-то этот... А что этот проволока короткий? Вот так теперь, блин, сюда втыкиваем. Сейчас, смотри, видишь? И когда сюда втыкиваешь... Ай! Одной рукой плохо. То там, видишь, окошко сделало. Короче, вот здесь ничего не было. Это вот бизнесмен, предприниматель сделал самостоятельно. Вот такой, видишь, поставил столбики... Потом фанерком сделал, ну, по-настоящему, по-научному, фанерком D называется. Ага, и сделал двухэтажный этот самый. Он, короче, это замысел был мощный такой сделать, но потом жаба замучил, и он опять начал всякий хлам собирать. Но зато проект, скажем, получился полностью бесплатный. Потом нашел кусочки плексигласа сломанный, отпилил его так. Потом здесь дырка выпилил, сверху положил. И вот такие быстро на коленке отпилил, и швачком D завернул, и решил, что пойдет. Зачем вот это самое? Это уже изобретение такое последнего столетия. Это для открывания крышки, потом на этот проволок его привешиваешь, на эту ушку. Сейчас сделаем, покажем. Вот так вот, так вот, так вот это. Еще не запатентовали этот. Ага, и туда прикручены, короче. Так. Короче, всякие лохи, которые вообще без понятия, они опилки сыпят. Опилка, мелкие опилки очень плохо забивают дыхательные пути, слизистые оболочки, и слезоточение начинается у птицы. Поэтому идем на этот самый, на такой решающий рывок в этом, и это сенный шелуха такой, полова такой, это самое, труха берем. Он, короче, не только является отличным утеплительным материалом, но также это самое, птички его очень любят и килевают, и получается, как будто травка сделана кушать такой в сушеном виде. Ну что, блин, этот сволочь, лампочка моргает, елки-палки, так не пойдет. Дорогой такой, вот этот LED лампочка купили сейчас, чтобы он сдох теперь, потому что электричество ему непостоянно нехорошо идет. Ой, бай. Что-то надо делать. Так, этот, короче, называется брудер. Не, для немцев не путайте, это не брат, а брудер от слова брудер, короче, парить, там это греть, то все. Русский язык очень богатый, но у него слова подходящего нету, поэтому у буржуев просто переняли брудер.
Здесь будет храниться маленькие цыплятки, пока не вырастет настоящий крупный петушня. Ну, так, гурадосник. Этот, короче, брудер последнего поколения оснащен градусником таким деревянным. Видишь, в доллар шторы продается за $1. Так, внизу газета как положено. И что вот этот самый, это маленький бизнес, короче, начинающий, имеет это самое посуда всякие разные. И лампочка в запасных, и полочка красивая. А полочка, чтобы не упала, тоже с помощью вот нанотехнологии такой сделан, усиленный, короче. Ага. Так, ну, Владимир, а что вообще, какие у вас планы на будущее? Ну, как сказал уже, это, короче, будем петушня разводить и яйцы всякие. Ага, то есть будете яйценос заниматься производством, ну, выращиванием курей, да, которые несут яйца. Так точно. И какая ожидается прибыль? Ну как, ну это самое, короче, это продавать может не будем, но сами будем жрать, короче, мамлет утром, мамлет в обед и мамлет вечером. Ну, а вообще, ну это, ну а больше нигде чирикать нельзя, а в брудере можно, поэтому пусть здесь вот чирикают хоть немножко, хоть этим будем любезны народу. Ну, почистил пол, смотри, как видишь. Еще дезинфицировать хотел, так хлоркой каким-то там, это блич, так это пообшикать все, потому что раньше был всякие левые разные курицы, а у нас будет исключительно такие мощные курицы, короче, нового поколения. Ну что еще, что вот такой последний проект, елки-палки, внизу другой этаж есть, да, там это для таких, кто с квочкой туда заходит, и все, там тоже лампочком ды вешаем, и тоже будет этот сенный, это самый, немножко сушим его, потому что мокрый будет труха, ну, и там тоже поставим лампочку, поставим вода, поставим корм, короче, два этажа, ну, здесь такие беспризорники эти, бездомные, этот, сироты, а там с мамкой, с квочкой, короче, все понятно? И что, есть вопросы? Ну, нет, Владимир, больше нет вопросов, желаем вам успехов на поприще, короче, это, не забывайте принимать таблетки и навещать своего психиатра, и большой вам удачи, до свидания. Аллах пар, пацаны! Часть вторая. В минуты депрессии Мария, сшив платье, ездила к подруге Зауру в город Санта-Барбара. И там они вместе разбирали электрические выключатели. И вот в результате разборки, что мы обнаружили. Ну, мы знаем, что Кен был потрясающим таким этим мастером. И оказывается, вот эта, ну, плата вот эта, ну, которых у нас штук 150 есть, была заменена скотчем. Или как называется это? Тейп. Как он называется, забыл, блин. Ну, то есть это, ну, колоссально, видите, не каждый так может это, ну, принимайте опыт, пока, короче, мы живые, если вдруг у вас когда-нибудь не будет вот такой вот там, этот самый, короче, плейт, блин, плитки нафиг этой, блин, пластины для закрытия выключателя, то вы знаете, как это можно сделать. Ну, желаем вам успехов на электрических поприщах. Сергей Комар, тебе я по блату могу помочь запатентовать это изобретение, и потом можешь использовать его на российском маркете, короче, рынке, на белорусском-то. Так, маленькая проекта затянулась, бляха-муха, на 3 часа, елки-палки, надо будет вызывать, наверное, это электриков, не можем разобраться, что-то, блин, тут нанотехнологии какие-то. Так, пацаны, чем закрывать будем выключатель, а? Вот на выбор предлагаются все вот эти вот варианты, но... И поэтому это... Ну, не знаю, блин... Вот я считаю, что вот это все-таки не очень хороший выбор. Потом тяжело будет включать-выключать свет. А это, при советской власти еще можно было бы. Но это не, блин. Вот этот сломатый, блин, так и хочется. Ну, учитывая, что у нас их 150 штук даже сюда, вот этот чмошный проект, нельзя такой. И поэтому остается только... Ну, возьмешь такое, опять скажут, это расист, блин, или что, блин, ну... А такой, блин, тоже там что-нибудь плохое подумает. А возьмем среднее, ладно? Так, хлопцы и хлопчатники! Смотри! Опаньки! Видишь, какой выключатель красивый! И, блин, прям аж не знаю, прям хочется... Сволочь, все равно моргает. Но все равно хочется копить себе, бить себя копытом в грудь, так знаете. Ну, когда бичара какой-нибудь там пустую бутылку от проклятых буржуев американцев, там от Кока-Колы нашел, там это порезал на полоски, сделал там из бутылки там этих, хер знает, там из этих полосок лапти сплел и потом побежал на одноклассниках, фотографию поместил, что эту страну не победить. Так и я, блин, непобедимый, блин.
Смотри, что сделал нафиг. Видишь, это отремонтировал. Но все равно моргает, сволочь. Но зато, блин, выключатель красивый. Ага. И другой лампочком. Ты смотри, какой повесил. А какой там лампочка, вообще хер угадаешь. Ну-ка, я не знаю. Я-то не могу башка засунуть, а ты, наверное, можешь видеть, да? Смотри, какой. Ой-ой-ой, там вообще тепло. Там Ташкент будет. Прямо это. Южные такие, знойные, горячие такие парни будут вырастать такие. Товарищи с Востока будут здесь танцевать жестоко, пацаны. Это вам не тяпля. Ну что такое, зараза, ну что ты моргаешь, блин, вообще никакого уважения нафиг. А, блин, надо, блин, это в Кремль сообщить, нихера себе. Они, блин, нагнут, блин, они научат, блин, тебя, блин, без моргания работать, елки-палки. А на улице весна, пацаны, весна, видите, с крыши капает. Вот тут бардак такой, кто бы приехал, убрал, а? Ну что, громадяне, приближается тот час. Еще неделька осталась. Переворачиваем яйцы. Последний раз. А зачем хоть переворачивать кочка яйца? Знаете, нет? Ну хера не знаете, наверное, да? Только понтоваться можете, орать можете, блин, нафиг. Да потому что если не переворачивать, то вырастет, блин, советский человек ленивый и все емеля, блин, который жопу от печки хер оторвет. А надо, чтобы выросли перевертыши, понимаете? Гады такие, которые вот это хоть куда их кинь, они всегда на ноги встают, это самое. И вот с детства с измала их так это приучают, короче. Вертишь, вертишь яйцо, а он все равно раз и башкой наверх. Он раз и башкой наверх. Понимаете, выживальчик это будет, блин. А не какое-то чмо, блин, уволень. Так, все перевернули, все, больше переворачивать не будем. И влажность нужно поднимать. А зачем вообще воду сюда и влажность, зачем сюда, знаете, хоть нет? Тоже нихера не знаете, да? Да сушняк у них, потому что сушняк там, блин, напить негде. Ну, а что, правду надо рассказывать, да? Ну, а если по правде, то это, если не переворачивать, то желток поднимается, всплывает наверх, к кожуре прилипает в одном месте. А желток служит же этим основным источником питания для плода. Ну, поэтому надо, чтобы он там плавал везде, по этому самому, по яйцу. Ну, в промышленных их каждый час переворачивают в инкубаторах. Ну, чуть-чуть-то хотя бы это болтают. На 10-15 градусов поворачивает. А влажность, влажность, ну просто если влажности воздуха не будет, а сухо будет, тогда влага из яйца испаряется. И яйцо будет внутри маленький такой объем и худенький, чмошный, полусухой, такой дзержинский маленький родится злой. А нам надо, чтобы добрые были, такие упитанные, как Рузвельты, блин, или Черчилли, блин. Ну, как-то так. Ну... Все, последний раз перевернули. И теперь влажность, поднимаем влажность. Последние 4-5 дней, пацаны, последнюю рубашку продай, пропей, блин, но влажность поднять надо нафиг. Ну, потом, когда вылупляться начнут, если вылупляться будут, то влажность тоже повышается за счет того, что птенцы обсыхают там, то все. Короче, поднимаем влажность. Слепой кот. Наблюдаем. Видите, на каждом шагу так нащупывает. Ага, нащупал, что конец, да. Нас, и все. Если не отойдем, то в нас врежется. Ну, потихонечку. Голова и усы сейчас у него. Главный GPS. И пошел по стеночке. Поэтому очень важны никакие предметы. Бумс. И пошел. Ничего лишнего не ставить. Все, что было, как раньше, было привычно так. Ну, осязание еще немножко есть. Обоняния тоже почти нет уже. Так что зрение пропало, слух пропал. Обоняние почти пропало. А осязание еще есть. Ну, живет полноценной жизнью, парень. Вечером, когда ужин, начинает шум поднимать, кричать. А кричить громко, потому что он сам себя не слышит, поэтому ужас, как он кричит. Ну, сейчас пойдет, покушает, попьет, прогуляется и вернется. Вот когда-нибудь я куплю треногу и не буду вот так раком перед камерой лазить, чтобы все лысину мою видели, морщины, блин, на лбу, елки. Хочется как это круто сидеть, блин, как перец, пальцем в раскорячку. Саше Корсунскому привет хочу передать. Я еще с просонья зачуханный такой, читаю всякие там и вижу это. Грамотно пишет, нормально пишет, понимает, просекает, как жить надо. И вспомнил я это. Ну... Я вспомнил, как это один из родственников у меня в Германии, очень удачный, точный, ну, просто...
до последней капельки, я считаю, описал наш народ и народ, допустим, Германии. Он нашел работу, хорошо зарабатывать начал, ну и, естественно, там жизнь все налаживаться начала. Но очень сильно уставал и приходил и говорил: «Вовка, блин, если бы я в Казахстане так работал, я бы и жил там точно так же, как здесь», говорит. Вот так вот, пацаны. Поэтому не партия никому мозги, блин. Ни Трампы, ни Обамы нафиг. Ни бог, ни царь, ни герой, блин. Херачить, пахать надо. А если не хочешь, тогда, конечно, блин. Майданы, митинги, блин, коррупция, там все кричат, шуметь, нафиг бить вокруг себя, блин. Лишь бы не работать. Работать не надо, блин. Идите работать. Маша киношка сегодня загружать не собирался, а то, что снял, хотелось удалить чертом матери. Ну, блин, вот читаю комментарии ваши, блин, аж совесть, это, блин, это мучает. Вот Светлана пишет, Шульга говорит, это хорошо снимаешь, всегда жду. И потом под ней там это лайки, там пару штук поставили, люди тоже ждут. Ну, не подведешь же людей, да? И приходится вот забивать на этих всех дизлайкщиков, блин, и назло им ставить всякую фигню. Сейчас поставим. Дяденька обиделся, психанул и поехал домой. Говорит, ну что за, говорит, херня? Я, говорит, приехал снега кидать, а у вас дождь пошел. Видите, на окне дождь, на стекле дождь. Белки заколебали, пацаны. Как они заколебали? Курей пошел кормить, оттуда вылетают пару штук там это. Ой, окна грязные, кто бы приехал помыл, а? Это самое. Ну и кричат, и все это. Динамит на них, это очень ругается. Между прочим, это, динамит вам не даймон, понятно? Шучу я. Так, ну пусть грызет орешки золотые. Что ж теперь, блин, Джош подогнал. Что, динамит, все нормально? Вино стоит, ждет, надо разливать по бутылкам. Не получилось, ни хрена не получилось. Справа малиновая, слева смородиновая. Видите, блин, ужас. Полупустые бутылки такие, блин, это. Ну не получилось, ага. Ну это, ну все равно разольем так. Так, инкубатором дыв все заправили. Теперь нам надо влажность поднимать. Блин, пока 60, но я думаю, поднимет. Так, Томас отдыхает. А что, на улице дождь, что делать? Да, правильно, это дрыхать надо. Ну, смотри, как он уютно спит, так хорошо. Ну, а мы сейчас, наверное, кофейку шарахнем, блин, на вопросы. Это самое. И будем книжков читать.